Фух, здорово так. Welcome one more time. Добро пожаловать еще один раз. И очень рада, что вы приехали. И для меня это очень-очень большое. Я не буду забыть это всю жизнь. Спасибо большое. Я думала, спасибо вам. Ну что, Юля, как тебе в лимузине? Очень-очень круто. Если ты начинаешь снимать, в кадре появляются деревья, которые все загораживают. Это закон подлости. Приехали. Юля, главное, что Юля главное? Чтобы в зеркало можно было посмотреть. Если нельзя посмотреть в зеркало, то все пропало, да? Ну и как тебе прием? Юля. Супер. Ты ожидал чего? Ну, хорошо все. Все, все замечательно. Все. Все просто, просто потрясающе. Какие-то картины, я еще узнаю, кто их написал. Это детки. Да, это детки, скорее всего. Ну, детки или гении, что, в общем-то, одно и то же. Искусствоведы, я думаю, оценят. Ребята, тут какая-то нереальная жара. GoPro просто отказывалась работать, когда тупо зависла. И Сэм говорит такой, 40 градусов всего. Сегодня немного, вчера было 43-45. Капец, нам бы так немного. В Москву-то, да в Россиюшку. В прошлом году у них выпал снег. Ну как там, пол сантиметра, наверное, осадков. Все движение в городе встало, школы закрыли, карантин на 2 недели, короче, актированные дни. Вот. Собственно, была катастрофа. Сэм, все покажет. Что делаем, ставьте? Она перегреется снова? Привет. Hello from Greece. Я начинал говорить... Начинал. Первые слова я сказал были 2-3 года назад. Но потом, год назад, могу сказать, начинал делать фразу. Нормально. Только год назад фразы начинали выстраивать? Да, да. И вот сейчас так разговариваете? До этого я мог сказать вода, так. Но не мог сказать, я хочу вода. Uh-huh. Не знал, что это вместе, как делать фразу. Uh-huh. Только год назад я начинал. Молодец. Это вообще спасибо. Хороший результат, да. Как это работает? Коляска сейчас внутри, вода. Видишь, есть такой контроль, как пульт. Снимаешь, приедет обратно сюда, ты садишь на коляску и снимаешь еще раз и пойти внутри в воду. И потом обратно. Какая красота, я не могу прямо. Господи, я сделаю фото в 4К сейчас. Просто полюбуйтесь, ребята. Это ж просто это чудо просто какое-то. Все благодаря Сэму. Остановок я боюсь. Помогите, он такой присутствует. Там идет мужчина с гарпуном. Здесь можно получить лицензию прямо на пляжу охотиться на рыбу. Правда, нужно потом отдельную лицензию, чтобы ее продавать. Если тоже такие плывешь, маленькие плывешь, рыбки, а рядом мужик с гарпуном охотится. Это рыба, гаврос. Гаврос. Да. От нашего моря здесь. Она была там. Да. А теперь она жила 2 часа назад. Она была там.
полно вины. Да, вечером тут тоже так все красиво. Ой, Юль, тебя не видно. Мы замечательно провели время на берегу моря. Поужинали, пообщались. Просто волшебно. Я очень устал. Сейчас мы будем байки. Если вы смотрите это перед сном, вы засыпаете тоже. У очень многих из вас глаза начнут закрываться сами, несмотря на полную ясность сознания. Пса тащит какую-то херню. Что ты думаешь насчет жестокости и законов джунглей? Нормально все, да? То есть, да. Если бы я был раненый, вот так вот упал бы, ты бы тоже меня тащила, да? Довольная такая, на пропитание. Если бы я была осой, то да. А я цикадой, или что там, умер, не могу понять. Все понятно с тобой, хорошо. Буду знать. Ну, а что бы я сделала? Похоронила бы тебя, хочешь? Да. Ты же моя жена. Нет? Мы бы не были вместе тогда. Да, конечно. Я была осой, ты цикадой. Так. Ну, ладно. Я все запомню. Да. Это у всех есть голод. О, шведская стенка. Все, Юля. Так, ну, здесь же спецспортзал. Здорово. С пандусом или может кто-нибудь ехать сразу в бассейн? Да? А где здесь завтра завтра? Да. Завтра. И послезавтра, и послепослезавтра. И мы вспоминаем теперь мифы Греции. И вспоминаем царя Эгея. Почему же это море стало называться Эгейским? Да, потому что в Афинах правил царь Эгей. Человек, который принял мученическую смерть, который был послан Богом, и Бог послал своего сына. Я родился. Для кого? Как жили в ту эпоху и что же они делали? Он уходил в поход и своему прекрасному проконсулу Дмитрию он оставлял этот город. А вот тот самый колодец, куда спрятаны мощи Дмитрия Солунского. Там находится мощь ракосмещения великомученица Миссии. Вот колодец, а вот водичка. Вы можете испить этой водички. Она очень вкусная, мягенькая, холодненькая. Это святая водичка. А что, Юль? Почерпнула благодати. От святой воды что-то идет, и в самом деле. Рука нагрелась сильно. И она такая мягкая. Не знаю, как насчет мягкости, но нагрелась она изрядно. Да, мы едем домой. Нет, я довольна, мне понравилось. Это просто это. Вторая сущность тебя только страшная. Красавчик вообще. Ты здесь очень страшный. Не знаю, ты превратно рассуждаешь. Да.
Таким был наш день. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А с вами была Юлия Самойлова. Увидимся на концертах. Пока!